Друзья, в связи со сложившейся ситуацией, нашему каналу не помешает спонсорская помощь. Все ссылки в описании. Заранее спасибо. Актер вступился за свою жену, над которой пошутил Крис Рок. Американский комик Крис Рок неудачно пошутил над женой Уилла Смита, актрисой Джадой Пинкетт Смит, на церемонии вручения премии «Оскар». В своем монологе юморист сравнил женщину с солдатом Джейн из-за побритой головы. Смит не выдержал такого хамства и вступился за жену. Актер вышел на сцену к комику прямо во время его монолога перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм. Это произошло после слов Рока, адресованных Джаде. «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2», — заявил юморист. После этого Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу. Уже в зале Смит со своего места прокричал в адрес Рока, что тот не имеет права шутить над его женой. «Не смей произносить имя моей жены своим грязным ртом. Это была величайшая ночь в истории телевидения», — сказал Рок со сцены. Отметим, что Джада Пинкетт Смит страдает алопецией. Это аутоиммунное заболевание, из-за которого у нее на голове выпадают волосы. В результате женщина решилась обрить голову налысо. После инцидента Уилл Смит извинился за свое поведение перед Академией зрителей. Но не перед комиком, а Рок не стал подавать на коллегу заявление в полицию.